Вот уже много лет жители Хабеза страдают летом из-за перебоев с водой. Система водоснабжения аула давно устарела и не подлежит реконструкции. Летом она напор меньше становится. А в зимнее время, в принципе, напор хороший, потому что в зимнее время вода, ее больше, люди огороды не поливают, и там, я не знаю, других нюансов у них тоже нету. В принципе, летом эта проблема не только у нас в районе, это проблема по России. В скором времени муниципалитеты Карачаева-Черкесии смогут получить субсидии на благоустройство сельских территорий, в том числе и на реконструкцию инженерных сетей. Специальная государственная программа призвана охватить все социальные проблемы села, предложив конкретные способы их решения. Суть этой программы заключается в том, чтобы при наличии каких-то значимых вопросов для, ну, в частности, скажем так, благоустройства территории, строительства какого-то социального объекта. В рамках этой программы можно получить финансирование, федеральное финансирование, для того, чтобы, ну, снять какую-то проблему, вот, я имею в виду, в социальном объекте. Сейчас представители Минсельхоза и Народного собрания Карачаева-Черкесии презентуют эту программу в районных центрах республики, чтобы главы сельских поселений могли напрямую задать им свои вопросы. Ведь из федерального центра не всегда можно увидеть те нюансы и особенности, которые существуют на конкретной территории. А получить новую субсидию сельские поселения смогут на условиях конкурсного отбора. 99% реализация этой программы именно зависит от глав сельских поселений, потому что вся заявочная документация готовится ими и подается Министерству сельского хозяйства КЧР в дальнейшем, который передается Минсельхоз России. Эта программа, в принципе, доступна для любого сельского поселения. Самое главное, чтобы жители этого поселения проявили инициативу, обратились к главе. Глава сельского поселения собирает граждан, обсуждает тот или иной объект, который остро необходим объект для строительства именно этого сельского поселения. Потом с главой сельского поселения готовится проектная документация необходимая, заявочная документация точнее, и дальше уже Минсельхоз работает. При этом в министерстве подчеркивают, что для них очень важно активное участие в программе самих сельских жителей, которые не понаслышке знают проблемы своих территорий. Фаина Куршева, Радомир Князев, Архыз 24.